Ленинград посетили ветераны революционного движения Австрии. В составе делегации 205 человек. Большинство приехавших – старые члены Компартии. Некоторые из них сражались в рядах Красной Армии в годы Гражданской войны. Город на Неве неразрывно связан с жизнью и деятельностью Владимира Ильича Ленина. Австрийские гости побывали в Смольном, где осмотрели комнату Владимира Ильича. Делегация посетила также крейсер «Аврора». Ветераны австрийского революционного движения приехали в СССР по приглашению ЦК Коммунистической партии Советского Союза в связи с 40-летием Компартии Австрии.